уже поздно. На небе появились луна и звездочки. Это значит, что пора спать. Ложись в кроватку, закрывай глазки, а мы тебе с Мишками споем колыбельную. Котятки тоже ночью спать хотят. На ресничках замирают сны о добрых чудесах и почти остановились даже стрелки на часах. Ночка темная настала, глазки крошка закрывай, и под теплым одеялом потихоньку засыпай. Хотят. Птичка невеличка обняла птенцов. Всем мы пожелаем сладких, сладких снов. На ресничках крошка закрывай, и под теплым одеялом потихоньку засыпай. Ушки на подушке, глазки закрывай, спят твои игрушки. Баю-баю-бай. Баю-баю-бай. Если что случится вдруг, он всегда в беде поможет, я его не брошу тоже. А если мы поссоримся, и ты, и я, конечно же расстроимся, ведь мы друзья. Соскучимся, помиримся, не унывай, давай скорей обнимемся. Давай, давай, давай скорей обнимемся. Давай, давай! У меня есть лучший друг, это знают все вокруг.
ужасно интересно все на свете делать вместе. А если мы поссоримся, и ты, и я, конечно же, расстроимся, ведь мы друзья. Соскучимся, помиримся, не унывай. Давай скорей обнимемся. Давай, давай, давай скорей обнимемся. Давай, давай. У меня есть добрый друг, никогда ему не вру. Знает все мои секреты, но всегда молчит об этом. А если мы поссоримся, и ты, и я, конечно же, расстроимся, ведь мы друзья. Соскучимся, помиримся, не унывай. Давай скорей обнимемся. Давай, давай, давай скорей обнимемся. Давай, давай. А если мы поссоримся, и ты, и я, конечно же, расстроимся, ведь мы друзья. Соскучимся, помиримся, не унывай. Давай скорей обнимемся. Давай, давай, давай скорей обнимемся. Давай, давай. Привет, смотри, что у меня есть. Это настоящее яйцо. Внутри что-то есть. А ты знаешь, кто может вылупиться из яйца? Правильно! Из яиц могут вылупиться цыплята. А еще из яйца может вылупиться черепахи, крокодилы и настоящие динозавры! Давай посмотрим, что там внутри. Вдруг там динозавр? Снимаем упаковку, раскрываем яйцо. Ух ты! Это точно не птенчик, и не динозавр, и не черепаха, и не крокодил. Это настоящий губка Боб. Оказывается, из яйца может вылупиться губка Боб. Но лучше бы тут был динозавр. На свете динозаврик, жил он не один. Дино папин, дино мамин, был он дино сын. Динозаврик был огромным, больше, чем наш дом. Папа с мамой его звали просто малышом. Вот мы появились снова, ну хотя бы на часок. Дина мама, Дина папа, Дина маленький сынок. Вот мы появились снова, ну хотя бы на часок. Дина мама, Дина папа, Дина маленький сынок. Пантерь у него был прочный, с острым рогом нос. Шея длинная и очень, очень длинный хвост. Выше Дина мамы точно он хотел бы стать, чтобы с веточек листочки ловко доставать. Вот мы появились снова, ну хотя бы на часок. Дина мама, Дина папа, Дина маленький сынок. Вот мы появились снова, ну хотя бы на часок. Дина мама, Дина папа, Дина маленький сынок.
сына много лет назад. Каждый день с утра водила в детский диносад. Динозаврик был огромный, больше, чем наш дом. Папа с мамой его звали просто малышом. Вот мы появились снова, ну хотя бы на часок. Дина-мама, Дина-папа, Дина-маленький сынок. Вот мы появились снова, ну хотя бы на часок. Дина-мама, Дина-папа, Дина-маленький сынок. Лев, мышка, пи-пи-пи. Привет! Смотри, что у меня есть. У меня на руке целый зоопарк. Тут лось, слон, зайчик, мышь и лев. Животные не хотят сидеть в клетках. Они хотят гулять. Кто пойдет гулять? Лось пойдет гулять. Слон пойдет гулять, зайчик пойдет гулять, мышь пойдет гулять, лев пойдет гулять, и я пойду вместе с ними. Я на дудочке играю ду-ду-ду, ду-ду-ду. Я на дудочке играю ду-ду-ду. Уже четыре, скоро будет пол.
полный рот. Это паста, чтобы чистить каждый зуб. Посмотрите, вот как надо. Зубки чистыми растут. Щетка, паста, чтобы чистить каждый зуб. Надо запомнить. Кашка, вот печенье. Мы их зубками жуем. Зубки чистим каждый день мы, утром и, конечно, перед сном. Щетка, паста в тюбике вот здесь. Чистить зубки — это просто. Тот, кто чистит, молодец. Чистить зубки — это просто. Тот, кто чистит, молодец. Это просто, очень просто. Я тоже молодец. Я! О, привет! А ты знаешь, что машинки бывают разные? Совсем маленькие и очень большие. Маленькие машинки называются легковые. В них ездят люди, а большие – это грузовики. У них есть кузов, в котором они перевозят разные грузы. А еще есть строительные машинки и тракторы. Ехала машинка по делам, ехала машинка в гости. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, что-то в кузове везла. Яблоки и сушки, книжки и игрушки, шарики, матрешку, звонкую гармошку. Мишке места не хватало, будем начинать сначала. Места не хватало,
слушать. И я не знаю. Поехали послушаем. Говорят мне мама с папой, что я много говорю. Говорят, что слишком много я вопросов задаю. В мире столько неизвестного, в мире столько интересного, все вопросы и не сосчитать. В мире столько интересного, в мире столько неизвестного, я хочу все знать. Почему на небе солнце? Почему карась молчит? Почему водичка льется? Почему петух кричит? В мире столько неизвестного, в мире столько интересного, все вопросы и не сосчитать. В мире столько интересного, в мире столько неизвестного, я хочу все знать. Почему нельзя все сразу съесть конфеты самому? Почему мычит корова? Почему му-му-му-му? В мире столько неизвестного, в мире столько интересного, все вопросы и не сосчитать. В мире столько интересного, в мире столько неизвестного, я хочу все знать. Почему колючий папа, почему свисток свистит? Почему веселый трактор, трактор в поле тарахтит? В мире столько неизвестного, в мире столько интересного, все вопросы и не сосчитать. В мире столько интересного, в мире столько неизвестного, я хочу все знать. Ах, какой сыночек умница,
Ах, какая дочка лапочка, рады бабушка и дедушка, рады мамочка и папочка. Топ-топ смотрит на меня, топ-топ смотрит наша кошка. Скоро догоню тебя, только станут крепче ножки, я учусь ходить. Ах, какой сыночек умница, ах, какая дочка лапочка, рады бабушка и дедушка, рады мамочка и папочка. Топ-топ, больше не держусь, топ-топ, за свою кроватку я по комнате пройдусь. Да-ка, мода и обратно, я учусь ходить. Ах, какой сыночек умница, ах, какая дочка лапочка, рады бабушка и дедушка, рады мамочка и папочка. Топ-топ, я уже хожу, топ-топ, я по всей квартире, хоть две ножки у меня, а у кошки их четыре, я учусь ходить. Ах, какой сыночек умница, ах, какая дочка лапочка, рады бабушка и дедушка, рады мамочка и папочка. Привет, малыш! А ты знаешь, что такое солнечный зайчик? Нет, это не тот серенький зайчик, который живет в лесу. Это лучик, который прыгает по комнате, когда светит солнышко. Ну что, давай ловить его вместе! Скачи!
потом выпрыгнул в окошко. Завтра солнышком опять он прискачет поиграть. Представляете, я вчера видела настоящего слона, жирафа и пингвинов. Знаете, где я могла с ними познакомиться? Правильно, в зоопарке! Как он. Целый день плавать так же, как тюлень.